Доброго времени суток, уважаемые коллеги, дорогие наши друзья. Добрый день, доброго времени суток, кто-то вечер пишет добрый. В общем, у нас опять широкая география. Ирина Петровна Чередниченко вас приветствует от лица издательства «Просвещение» и от себя. Методист-эксперт Центра методической поддержки педагогов. И мы сегодня посвящаем наш вебинар вопросу о переходе на ВГОС среднего общего образования с 2022-2023 учебного года, который должен состояться. И мы в таком ключе поставили вопрос, каковы особенности этого перехода и как готовится учитель биологии к этому переходу, ну, на данный период, естественно, времени, включая и август месяц. Уважаемые коллеги, если меня слышно, видно, давайте проверим связь. Еще раз приветствую всех присоединившихся. Да, вот поставьте плюсики, пожалуйста, или как-то, да, все вижу. Спасибо большое. Если вдруг какие-то возникнут заминки, вы сразу мне пишите в чате. Из нас сегодня сопровождают специалисты издательства «Просвещение». Если у вас будут какие-то вопросы по ходу вебинара, вы можете их задать в чате или в вопросном чате, или вот в этом, в котором сейчас мы с вами общаемся. Так, ну а я буду начинать. На вопросы я отвечу в конце вебинара, так будет удобней, чтобы не прерывать свой разговор сегодня. Итак, уважаемые коллеги, мы в таком ключе с вами идем, да, каковы особенности перехода на ВГОС-ЦО. Ну, во-первых, мне бы хотелось отметить следующие моменты. Мы очень коротко охарактеризуем вот этот переходный период. Он связан с тем, что, во-первых, у нас появился нормативный документ, обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. И это основной наш норматив, который предполагает еще учебно-методическую документацию дополнительную, в которую входит федеральная основная образовательная программа. И на сегодняшний день особенностью перехода является то, что вот до августа месяца должна быть утверждена федеральная основная образовательная программа по нашему предмету. То есть вообще должна быть утверждена программа и, соответственно, федеральная рабочая программа по предмету должна быть утверждена. Сейчас пока у нас есть как бы проект приказа, и этот документ еще пока не утвержден. Вот такая особенность перехода. Но и есть еще один момент, который связан с федеральным перечнем учебников, точнее вообще с учебниками для старшей школы. И мы на этом моменте тоже сегодня остановимся. Ну, давайте стартуем нашу с вами работу. Во-первых, хотелось бы сказать следующее. Мы остановимся еще и на особенностях сегодня государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Итак, начнем с этого основного документа. Но согласно нашему федеральному закону об образовании в Российской Федерации, статья 12, да, организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ну, за исключением программ дошкольного образования и образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Это сказано в статье закона. И здесь мы с вами отталкиваемся от того, что у нас стандарт берется за основной нормативный документ, по которому мы работаем. Особенностью является то, что у нас в этом году десятиклассники пойдут уже по, соответственно, новому федеральному государственному стандарту и, соответственно, по новым программам.
обучение в старшей школе, а вот одиннадцатиклассники, они сегодняшние десятиклассники, да, которые переходят в 11 класс, для них надо будет всю документацию рабочую привести в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Это вот первая особенность, на которую я обращаю ваше внимание в связи с появлением этого документа. В ГОСЦО у нас утвержден приказом Минпросвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года и является стандартом не новым, а обновленным в связи с тем, что в стандарт 2014 года были внесены дополнительные изменения. И, собственно, приказ именно об этом, о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения, Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года еще. И таким образом мы с вами имеем дело с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом. В чем заключается, соответственно, обновление? Давайте посмотрим, и это будет нас касаться. Обновления заключаются, я не стала этот слайд создавать, потому что очень многие сегодня уже прошли, многие прошли вебинарные, может быть, какие-то сессии, да, с руководителями своими и так далее, разбирали уже федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. И вы знаете, что требования предъявляются там, соответственно, к результатам образования, дальше требования к содержанию и требования к условиям реализации стандарта. Среди условий указано кадровое обеспечение. Вот в кадровом обеспечении для нас очень важно то, я хотела здесь выделить, да, что учителя должны периодически раз в 3 года проходить повышение квалификации, и если говорить о готовности учителя работать в старшей школе, то уровень квалификации учителя, который будет допущен к работе в старшей школе, это не ниже первой и высшей категории. Это прописано в нормативном документе, это не обсуждается, поэтому для тех, кто сегодня планируют работать в старшей школе и не имеют соответствующего уровня квалификации, необходимо этому уделить особое внимание. Для тех, у кого подошел срок, соответственно, аттестации, переаттестации, да, надо тоже уделить этому внимание, пройти соответствующие курсы повышения квалификации и подготовить все свои документы, всего себя к тому, чтобы получить, соответственно, первую или высшую категорию. Я желаю, коллеги, вам в этом успехов, потому что это действительно вот новизна данного норматива, потому что раньше у нас не требовалось так строго соответствовать, да, уровню квалификации. Но почему это так? Мы можем задать вопрос. Ну, потому что биология, вот сейчас мы будем двигаться как раз к этому моменту, в старшей школе будет преподаваться как на базовом, так и на углубленном уровне. А для преподавания биологии на углубленном уровне, ну и на базовом тоже, безусловно, да, необходимо владение очень большим спектром компетенций, которые как раз соответствуют высокому уровню квалификации, ну или составляют, да, как бы высокий уровень квалификации. Поэтому здесь мы должны учитывать и исследовательскую деятельность, которую должны организовывать в старшей школе, и на базовом, и особенно на углубленном уровне. Здесь мы должны учитывать умение педагога организовать проектную деятельность, соответственно, уже на следующем, более высоком уровне, нежели это было в основной школе. Ну и уровень предметного содержания у нас тоже повышается, в общем-то, и базовый, и углубленный тоже требует от учителя очень глубоких знаний предмета, безошибочных. И, в общем, понятно, да, почему такое требование звучит сегодня как такое обязательное в федеральных государственных образовательных стандартах.
И далее мы должны учесть с вами следующее. Это изменения, соответственно, внесенные в ВГОС, и в то же время это наши условия, в которые мы попадаем и должны будем к этому быть готовы. Это место учебного предмета биологии в учебном плане. Федеральный учебный план будет создан, соответственно, да, это будет часть учебно-методической документации, которая является дополнением к федеральному государственному образовательному стандарту. И вот в этом учебном плане, и вот здесь мы сравнили специально, да, значит, будет отличаться количество предметов, которые в него входят. Я имею в виду обязательных предметов для изучения. Вот в старый государственный стандарт до внесения изменений он содержал 8 обязательных предметов, соответственно. И вы помните, что мы очень горевали с вами, что биология, химия, физика, наши естественные науки не входят в число обязательных предметов, а входят в предметы по выбору при создании индивидуальных профилей обучения. Ну или вообще профилей обучения, да? Вот, теперь мы приветствуем, конечно же, приветствуем вот это изменение, что наши естественные науки, биология, химия, физика возвращаются в число обязательных учебных предметов в инвариантную часть учебного плана. И это мы видим, то есть 13 сегодня учебных предметов, в общем-то, очень мы вернулись к такому нашему до модернизационному подходу, да, в данном случае в распределении предметов в учебном плане. И здесь мы видим биологию и очень этому рады. Теперь обращаем внимание, что у нас предметная область переименовалась в контексте изменений в ГосЦО. СО. Значит, если мы называли естественные науки в учебном плане старого стандарта, то в обновленной или в новой редакции Федерального государственного образовательного стандарта наши науки, химия, физика и биология, они входят в число естественно-научных предметов. И, соответственно, сохраняется базовый и углубленный уровень изучения предмета, но на это мы еще с вами обратим особое внимание. Если говорить еще о месте учебного предмета биологии в учебном плане, то хотелось бы здесь уточнить следующее. Несколько предметов из учебного плана было исключено. Я только выделила те, которые касались нашей предметной области. Это астрономия и естествознание. Теперь в новой редакции государственного образовательного стандарта среднего общего образования у нас астрономия и естествознание, этот интегрированный курс, который был очень для нас такой труднопонимаемый, его место, значит, его содержание, его результаты, там, кто будет преподавать и так далее. Вот этот как спорный курс, он уходит. Но я так полагаю, что учитывая то, что в учебном плане будет вариативная часть, то есть часть, формируемая участниками образовательного процесса, где различные курсы будут по выбору учащихся, то здесь вполне возможно появление естествознания как интегративного курса или интегрированного курса, соответственно, причем в разных его, может быть, содержательных аспектах, гуманитарном, может быть, технологическом аспекте, ну, то есть таком прикладном и, как мы говорим, ну да, при прикладном аспекте, вот, и прагматическом, как мы говорим, да. Так что этот курс, вот, я думаю, такое место свое все-таки найдет, но из инвариантной части учебного плана он сейчас исключен. И в ключе вот места учебного предмета в учебном плане хотелось бы сказать, что в рамках государственной итоговой аттестации учебный предмет биологии учащиеся будут сдавать на добровольной основе по своему выбору. Причем государственный образовательный стандарт не прописывает сейчас условия, с какого уровня ребенок может сдавать экзамен по биологии, то есть с базового уровня или углубленного. Такого узкого как бы, конкретного требования не предъявляется. Поэтому, ну, по всей видимости, как обучившись на базовом, так и углубленном уровне, ребенок
по желанию может сдавать единый государственный экзамен по биологии. Ну и еще один момент в связи с планом. Хотелось бы уточнить. Вот вопросы задавали о том, что там сколько часов в инвариантной части. Я сейчас буду об этом говорить, но школы вправе перераспределять часы в федеральных учебных планах на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения других предметов, в том числе на организацию их углубленного изучения. То есть здесь, я так полагаю, речь идет о том, что та углубленка, которую предполагает сейчас федеральный государственный образовательный стандарт, может быть усилена за счет таких дополнительных часов. И мы очень надеемся, что какие-то методические рекомендации по этому поводу появятся. Пока я не встречала таких рекомендаций. Это мое сейчас вот чисто предположение с учетом вот этой фразы, которая есть в федеральном государственном образовательном стандарте. Теперь хотелось бы уточнить следующее. Значит, у нас на старшей ступени обучения профильность будет сохраняться, причем профили, естественно, научно-гуманитарные, социально-экономические, технологические, универсальные, практически все те же профили, которые были согласно старому федеральному государственному образовательному стандарту, то есть старой редакции, они сохраняются. И каждый из этих профилей может включать в себя обязательные предметы, соответственно, и биологию нашу, соответственно, и только уровень обучения, в зависимости от того, с каким мы профилем имеем дело, на какую как бы, такую профессиональную, да, предподготовку рассчитан этот профиль, вот этот уровень, он будет варьировать от базового до углубленного уровня. И обращаю ваше внимание, что значит, учебный план профиля обучения или индивидуальный учебный план. Почему и или? Потому что и индивидуальный план, если, предположим, какой-то ученик по какой-то причине, отдельный ученик в классе, да, выбивается из общего режима работы, там, по болезни, да, он может иметь свой индивидуальный план и соответственно, что касается индивидуальных планов, они сейчас будут в основном формироваться за счет вариативной части учебного плана, то есть инвариантная часть у всех ребят будет одинаковая. Вот, и или там, если предмет будет изучаться, соответственно, в подгруппах, то здесь вот за счет расхождения в подгруппы разные, да, будут складываться индивидуальные учебные планы. Но так или иначе, учебный план профиля должен содержать, согласно стандарту, не менее 13 учебных предметов. Это русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика, физика, химия, биология, физкультура, соответственно, и ОБЖ. И обязательно профиль обучения предусматривает не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне и соответствующий профилю обучения предметной области или смежной с ней предметной области. Вот такое требование уменьшение, да, предметов изучения на углубленном уровне по сравнению со старой редакцией. Значит, там для универсального профиля это требовалось, ну а здесь, в общем-то, любой профиль должен не менее 2 учебных предметов содержать. Ну и учебные, что касается учебных профилей и места, соответственно, учебных планов, извините, профилей и место в этих учебных планах нашего предмета, мне бы хотелось отдельно поговорить, чтобы вы на это тоже обратили внимание и к этому готовились. Но, во-первых, в универсальный профиль у нас пойдут ребята, те, которые, в общем-то, вот с места проживания должны обязательно быть взяты в школу, никакого специального отбора, федеральный государственный образовательный стандарт в среднюю школу не предполагает.
Ну, школа, конечно, может при формировании профиля организовать какие-то отборочные процедуры, но это очень действительно процедурный такой момент, который требует особого функционирования, точнее, создания определенной документации, соответственно, группы специалистов из числа администрации, учителей и так далее, которые будут заниматься этим делом. Но я на этом сосредотачивать внимание сейчас не буду, просто скажу о том, что, в общем-то, в универсальный профиль к нам попадет всяк желающий, я так должна сказать, поэтому мы должны быть к этому готовы. Биология в универсальном профиле будет преподаваться на базовом уровне. Это 1 час в неделю в 10 классе и в 11 классе час в неделю, то есть 34 часа, соответственно, и 68 часов за 2 года обучения. В общем-то, по сравнению вот с советским периодом, мы здесь базовую биологию немножко потеряли. Вы, если помните, у нас было полтора часа и полтора. Вот, если кто-то давно уже работает, мы обычно давали, предположим, 1,5 часа в 10 классе, 1 час в 11. Но сейчас вот по часу базовая биология в обязательной части, в предметной области, естественно, научные предметы наряду с химией и, соответственно, с физикой. Что касается, естественно, научного профиля обучения, то я привела пример только один, естественно, научного профиля, где биология имеет максимальное количество часов. Мы понимаем, что будут еще, естественно, научные профили обучения, где превалировать будет химия, физика, соответственно, биология может изучаться там и на базовом уровне. Поэтому сейчас вот обращаем внимание на тот профиль, естественно, научный, где биология, соответственно, по максимуму дается на углубленном уровне. В 10, соответственно, и в 11 классе по 3 часа. Это 102 часа за 2 года обучения в обязательной части, соответственно, в предметной области, естественно, научные предметы. Это касается и 5-дневной недели, соответственно, обучения, и 6-дневной недели. Ну и, как я уже сказала, за счет часов по тем предметам, которые не будут сдаваться в рамках государственной итоговой аттестации, ну, может быть, какое-то дополнение еще до углубленного изучения предмета. Хотя мы говорим, что моделей углубленного изучения биологии очень много. И в обязательной части, естественно, научного профиля будет еще вариативная часть, включающая в себя спецкурсы, то есть курсы по выбору, которые будут дополнением, соответственно, к вот этому основному курсу углубленному. И таким образом биология может быть доведена за счет вот спецкурсов еще до, ну, максимального значения, до часов, допустим, до 5 часов и так далее. Ну, допустим, добавим в этом профиле, скажем, 2 каких-то спецкурса по часу, скажем, каждый, да, в течение года. Или, например, этих спецкурсов, курсов по выбору может быть больше, если они на полугодие будут рассчитаны. Ну, так или иначе, каждая образовательная организация, она будет за счет вариативной части создавать свою модель углубленного изучения биологии. Но вот 3-часовая программа углубленного изучения биологии, она является инвариантной. Она прописана, соответственно, в государственном образовательном стандарте. И мы увидим отражение ее потом в федеральной основной образовательной программе, безусловно. Так, теперь на что еще обращаем внимание и к чему еще готовимся? Готовимся к тому, что обращаем внимание и изучаем очень внимательно требования к результатам освоения основной образовательной программы, ну или требования к результатам образовательным, вот так они называются в Федеральном государственном образовательном стандарте. Какие изменения внесены в контексте требований? Ну, во-первых,
градация на личностные метапредметные результаты и предметные результаты у нас сохраняется по сравнению с предыдущей редакцией в ГОС СОО, но личностные результаты будут представлены через направление воспитательной деятельности, и, соответственно, метапредметные результаты, они тоже систематизированы, они систематизированы по видам ООД, это было уже в предыдущей редакции, и конкретизированы. И здесь мы выделяем, соответственно, овладение познавательными универсальными действиями, среди них ключевое будет место занимать базовые логические действия или логические универсальные учебные действия, базовые исследовательские действия, это будет касаться и базового, и углубленного уровня изучения, работы с информацией. Что касается ООД коммуникативных, да, то здесь, соответственно, выделяется общение, совместная деятельность как ключевые действия универсальные и регулятивные действия, самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект, и этому уделяется большое внимание, кстати, формированию этой компетенции, владение эмоциональным интеллектом предъявляется еще и педагогам. Здесь я не буду очень много останавливаться, есть очень интересные вебинары по особенностям в ГОС-СОО, где специалисты, умеющие подавать нормативную базу, очень большое внимание этому вопросу уделяют. Принятие себя и других. Я сейчас говорю о результатах, которые предъявляются, требованиях к результатам, которые предъявляются ученикам в старшей школе. Но и предметные результаты, они представлены очень четко, конкретно по каждому учебному предмету и курсу, и даются в государственных образовательных стандартах на базовом и углубленном уровне. И здесь мы с вами обязательно должны быть готовы к тому, чтобы сейчас сравнить требования к результатам, предметным результатам на базовом и углубленном уровне. Я хочу сказать о том, что предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и культурной подготовки, соответственно, и предметные результаты освоения программ на углубленном уровне ориентированы на подготовку к профессиональному последующему образованию, развитие таких способностей, которые, в общем-то, за пределами, да, базового курса лежат, путем более глубокого освоения основ наук. Здесь речь идет об умениях, в частности, вести исследовательскую деятельность и систематические знания и способы действия, соответственно, присущие предмету на углубленном уровне, они должны сподвигнуть на развитие таких индивидуальных способностей. Требования к предметным результатам, представленные в стандарте, они сформулированы на основе документов стратегического планирования развития отечественного образования. Они определяют минимум содержания среднего общего образования и формулируются в деятельностной форме, то есть системно-деятельностный подход у нас как методологическая основа в ГОС остается неизменным. Так. А теперь, что касается как раз вот изменений, да, в требованиях в связи с уровнями изучения предмета, мы дали только небольшой такой пример расширения требований к предметным результатам при углублении изучения биологии по сравнению с содержанием базового уровня изучения. Посмотрите, пожалуйста, есть у нас требования к предметному результату. Соответственно, характеризовать, раскрывать основные положения, соответственно, биологических теорий, законов, закономерностей, гипотез и так далее. И вот в этом ключе мы выбрали для 11 класса пример в 11 классе на базовом уровне. Требование звучит как умение излагать
То есть ребенок должен уметь излагать биологические теории, в частности, эволюционную теорию Чарльза Дарвина, синтетическую теорию эволюции, законы и закономерности, в частности, закон зародышевого сходства Бера, чередование главных направлений путей эволюции Северцева, учение о биосфере Вернадского и определять границы их применимости к живым системам. И вот если мы посмотрим на аналогичный тезис в требованиях к результатам на углубленном уровне в 11 классе, то у нас биологические теории Дарвина, синтетическая теория эволюции, да, учение, соответственно, Северцева о путях и направлениях эволюции, Вернадского о биосфере и дополнение законы генетического равновесия Харди-Вайнберга, соответственно, к закону зародышевого сходства Карла Бера, правила тоже предлагается, да, уметь объяснить минимума Либиха, экологической пирамиды энергии и объяснить, раскрыть суть гипотез, в частности, гипотезы мира РНК Гилберта. Но такой небольшой пример, выдержку мы привели, чтобы понимали, какого рода расширение будет, точнее, присутствует, да, в углубленном уровне по сравнению с базовым. И вот эту работу, если говорить о нашей с вами готовности, да, как учителю готовиться к работе в старшей школе, то мы должны обязательно все требования прошерстить к результатам обучения на базовом и углубленном уровне. Возможно, даже в табличном формате сопоставить эти требования к результатам обучения. Особенно это важно для учителей, которые будут работать одновременно и на базовом углубленном уровне в старшей школе, чтобы не съезжать в сторону уменьшения требований или, например, расширения, если изучаем на базовом, чтобы не расширять, соответственно, требования к результатам обучения, то есть здесь мы должны абсолютно последовать требованиям норматива, и для этого нужно сделать такую предварительную работу. Еще раз повторюсь, в табличной форме сопоставить требования к предметным результатам на базовом и углубленном уровне в 10 и в 11 классе. Те требования, которые изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Теперь, что касается следующего момента. Содержание, да, образования. Мы на него тоже будем обращать внимание, но содержание не изложено в стандартах, потому что ценностно-целевой, содержательный, соответственно, и раздел стандартов и раздел там требования к организационный раздел, да, они присутствуют, ценностно-целевой или целевой, как мы его называем, целевой, содержательный и организационный. Но мы не встретим с вами в самом документе Федерального государственного образовательного стандарта содержание нашего предмета на базовом углубленном уровне. Где мы найдем это содержание? Мы его найдем с вами в Федеральной основной образовательной программе. Этот документ в числе учебно-методической документации, которая является дополнением к Федеральному государственному образовательному стандарту, этот документ, он уже создан, да, его проект был у нас представлен на, соответственно, сайте ЭЦОО. Это единое содержание сайт, соответственно, да, Института стратегии развития образования совместное Министерство просвещения Российской Федерации. Это единое содержание общего образования. И на этом сайте федеральные основные образовательные программы, их проекты были размещены. Сейчас проект снят по нашему предмету. На сегодняшний день 6 федеральных основных образовательных программ утверждено. То есть, прошу прощения, федеральная основная образовательная программа, значит, ее проект снят, и он находится на последнем этапе, соответственно, утверждения в Министерстве просвещения, а вот в федеральные рабочие программы по предметам, которые будут, в общем-то, частью, да, федеральных основных образовательных программ, из такие документы, да, по 6 предметам утверждены на сегодняшний день.
Вы видите здесь перечень этих предметов. И эти, соответственно, программы уже будут работать в этом году, по-моему, по ним еще не работали, да, соответственно, мы же работаем по старому стандарту. И по этим предметам шести, соответственно, с 1 сентября будут работать образовательные организации, брать в том виде, в каком они есть, как бы без изменений, соответственно, и их реализовывать. Что касается федеральных рабочих программ по остальным учебным предметам, могут использоваться как в неизменном виде, а не так и в качестве основы для разработки педагогическими работниками своих рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации углубленного изучения предмета. То есть русский язык, литература, окружающий мир в началке, история, обществознание, география, ОБЖ – это то, что должно быть взято в том виде, в котором на сегодняшний день утверждено без изменений. Наши, соответственно, федеральные рабочие программы, они тоже, их проекты были размещены сначала на сайте ЭЦО, а сейчас, значит, эти проекты тоже сняты, и федеральные рабочие программы, они находятся на стадии утверждения. Поэтому мы с вами обязательно эти документы увидеть должны к августу месяцу. И, как мы понимаем, либо мы в номинальном виде можем такие программы использовать без изменений, что очень тоже удобно, либо разработать свои программы, но с четким учетом, соответственно, этих программ. Так, кто-то там, Тамара Измайлова, пишет нам на чисто английском языке. Это был вопрос. Если это вопрос, продублируйте на русском, а то я не смогу ответить вам. Так, ну и если разрабатываться будут педработниками свои рабочие программы, в этом случае необходимо соблюдать условия, что содержание и планируемые результаты разработанных организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих и содержаний, и планируемых результатов федеральных основных образовательных программ. О федеральной основной образовательной программе мы будем говорить на следующем вебинаре. Вот сегодня мы говорим об особенностях ГОС, которые мы должны учесть уже сегодня в своей работе, как мы должны быть готовы, да, к таким изменениям. А вот поближе, да, каким образом мы переходим и как наша методика, как будет на методику проецироваться, соответственно, требования федеральной основной образовательной программы и федеральных рабочих программ по предметам, это мы будем разбирать на следующем вебинаре. Я просто в условиях небольшого объема времени не стала все собирать в кучу. И встретимся мы с вами 31 числа. Я всех приглашаю на продолжение, собственно, разговора нашего. Итак, к 1 сентября федеральные рабочие программы по учебному предмету биология и по другим предметам мы должны с вами получить. И как обещали нам, соответственно, представители, да, Министерства просвещения, что эти программы будут, то есть в конструкторе рабочих программ появится, соответственно, подгрузка наших федеральных рабочих программ, и мы сможем туда загружать свои программы, соответственно, то есть пока еще вот в конструкторе мы не можем этого видеть. Если у кого-то сохранились тексты федеральных рабочих программ, я имею в виду такой проектной редакции, да, то вы можете уже сегодня начать выполнять следующую работу. То есть сверять содержание изучения биологии на базовом и углубленном уровне. То есть посмотреть, соответственно, содержание того и того уровня обучения. Я, как сказать, более детально на этом остановлюсь на следующем вебинаре. Пока только хочу сказать, что если мы посмотрим по разделам, сопоставим, да, базовый и углубленный уровень, сейчас опираясь на
ну, скажем, тот официальный документ, который есть на ЭЦОО сейчас, это примерно основная образовательная программа по биологии для старшей школы, то мы как раз увидим вот эту разницу. Но нам обязательно надо будет еще и с федеральной рабочей программой поработать, посмотреть, насколько она отличается от ПРП, которая сейчас уже опубликована. Но я думаю, что кто успел посмотреть проектный документ, то вы увидели, что значительных отличий или практически отличий нет. И вот согласно ПРП, которая опубликована на ЭЦО, мы с вами видим, что углубленный уровень, в общем-то, действительно расширяет содержание. В определенные аспекты, связанные с изучением строения, химического состава, строения жизнедеятельности клетки, расширяются. Это касается, вот, в частности, особого внимания к жизненным циклам клетки. Далее, внимание к наследственной информации, ее реализации в клетке. Мы это видим и как, в общем-то, расширение, да, этих аспектов, касающихся клеточного уровня жизни, так и объема часов, которые отводятся на эти элементы содержания. Вот. Ну и мы видим здесь, видите, как дополнение, да, биотехнологии и синтетическая биология, соответственно, и видим отдельно и очень много часов отведено для изучения закономерности наследственности, в частности, на изучение размножения, развития живых организмов, настроения и функций живых организмов. Этот раздел, он прям является таким хорошим повторением и расширением основной школы. Ну, то есть вот такое сопоставление, да, в 10 классе и, соответственно, в 11 классе, если мы посмотрим, каким образом отличается углубленный базовый уровень изучения биологии, то тоже увидим с вами большое расширение значительное, да, по эволюции. В частности, вопрос, связанный с микроэволюцией, ее результатами, и выделяется отдельный этот блок, да, содержательный. И объем часов достаточно большой. Большое количество вопросов происхождения жизни на Земле часов отводится, антропогенезу. Ну и экологическая часть, она имеет такую, как бы, систематизацию и в то же время дифференцируется на отдельные такие направления, на факториальную экологию, на экологию видов популяции, экологию сообществ, соответственно, на экологию биосферы как глобальной экологической системы, ну и отдельным вопросом человека, окружающая среда, в общем-то, выделяется. Тоже значительное различие и по объему, я имею в виду элементы содержания, и по объему часов, которые предполагаются на изучение этого содержания. Что касается тематического планирования и прочих моментов, которые тоже связаны с содержанием биологии в старшей школе, об этом мы будем позже говорить с вами на следующем вебинаре. Так что это еще один элемент нашей готовности, да, если мы говорим, как учителю учесть и готовиться к переходу на ВГОС. Значит, уже сегодня надо начинать сравнивать содержание. И в каком ключе? Прежде всего, проецируя и пропуская через себя, через свой уровень подготовки, это содержание, спрашивая, а готов ли я сегодня работать на таком уровне, на углубленном уровне изучения, да? Хорошо ли я знаю предмет? Все содержание, которое требуется на углубленном уровне. И если вы будете чувствовать, что, ну, допустим, вы уже сегодня аттестованы, да, на первую высшую категорию и
соответственно, имеете допуск к работе в старшей школе, но будете чувствовать, что у вас есть какие-то пробелы в знаниях или что-то нужно просто освежить в памяти, то этим надо заняться уже в летний период. Я так полагаю, что здесь надо будет отдых с какой-то небольшой рабочей нагрузкой все-таки совмещать. Ну или в зависимости от того, как вы себя чувствуете в предмете, может быть, вам достаточно будет экспресс какого-то повторения, а некоторым, может быть, этого не надо будет делать. Это касается в основном молодых наших амбициозных педагогов, которые недавно закончили вузы, но уже успели, соответственно, вырасти до первой квалификационной категории. Но я надеюсь, что через год, через два после окончания вуза еще высшую категорию учителя как бы не получили. Но почему я так говорю, надеюсь? Ну, потому что мне кажется, что это в любом случае очень быстрый результат, который, ну, сказать, что он нежелательный, я бы не сказала, но все равно, все-таки выпускнику высшей школы, даже педагогического вуза и с университетским образованием, надо бы поработать в школе хотя бы года три, соответственно, для того, чтобы свою кандидатуру выставить на вот, как сказать, на аттестацию на высокую категорию. Ну, сейчас требования аттестации таковы, что вот раз в 3 года, да, проходят курсы повышения квалификации, курсы обязательные для прохождения аттестации. Ну и дальше я этому вопросу не собиралась уделять много внимания, не буду. Опущу. Значит, вот я сказала главное, к содержанию на базовом углубленном уровне, к его преподаванию учитель должен быть готов. И вот этой готовности надо уделить особое внимание. Теперь, конечно, вопрос о том, а с какими инструментами учебно-методическими мы пойдем с вами преподавать в старшую школу. Я сегодня не буду пока про методический инструментарий говорить, я имею в виду, по программам мы еще с вами пообщаемся на следующем вебинаре, потому что программа, в общем-то, по биологии любого уровня, это модель образовательного процесса, мы будем рассматривать ее именно с такой точки зрения, именно так учитель должен к программе относиться, неформально, да, как к какому-то документу, по которому его будут проверять. А если говорить о умениях преподавать, да, то здесь программа, она должна, в общем-то, служить некой такой моделью для учителя образовательного процесса. Вот, где результаты – это цели, да, наши дидактические и интегративные, и конкретные цели, конкретно дидактические или частно дидактические цели, которые мы должны разбить, соответственно, по урокам. Дальше программа для нас – это модель в той части, что мы должны помнить, что содержание оно коррелирует, да, с целями обязательно, то есть если заявлена цель, мы обязательно должны опираться на определенное содержание, а значит, если такая корреляция есть, то мы должны подыскивать адекватные инструменты методические, я имею в виду средства, да, обучения и идеальные, я имею в виду приемы, методы, технологии и такие материальные средства обучения, соответственно, адекватные поставленным целям, да, то есть намеченным результатам. И вот только таким образом надо относиться к программам. Об этом я еще буду говорить на следующем вебинаре, но одним из инструментов являются реализации, это педагогические средства, да, материальные к ним относятся, в частности, учебники наши. И об учебниках здесь хотелось бы отдельно сказать, потому что я представляю сегодня прежде всего издательство «Просвещение», и издательство, безусловно, подготовку к переходу в федеральным государственным образовательным стандартам осуществила,
к переходу на ВГОС ООО основного общего образования мы полностью готовы. У нас созданы учебники. Значит, мы получили с вами учебники от издательства «Просвещение», которые мы можем использовать для реализации стандартов, и учебные пособия тоже. А вот что касается учебников для старшей школы, то издательство тоже готово предоставить такие учебники. Но вот здесь вот эту оговорку «но» я сейчас поясню, с чем она связана. Итак, согласно федеральному закону об образовании в Российской Федерации, соответственно, согласно организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального, основного, общего, среднего, общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ используют учебники, разработанные в комплексе, да, господи, что я говорю, в комплексе, да, или в комплексе, с ними учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников. Отсюда мы должны с вами обратить свое внимание на федеральный перечень учебников, согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, который был утвержден, то есть приказу от 21 сентября 2022 года. Значит, мы вот здесь по QR-коду вы можете на этот федеральный перечень выйти, внимательно его посмотреть. Мы имеем с вами учебники для старшей школы, пока не прошедшие, то есть еще пока не прошли экспертизу и утверждение учебники для старшей школы, которые готовятся, то есть под обновленный ВГОС. Они подготовлены уже к прохождению экспертизы, соответственно, они в назначенные сроки экспертизу пройдут, и будет или обновленный ФПУ выйдет, или какие-то приказы, которые будут сопровождать уже имеющийся федеральный перечень учебников. И мы будем, вот здесь вопрос, здравствуйте, будут ли учебники, так, классов ОВЗ, ну, давайте я отвечу на этот вопрос чуть позже. Значит, учебники по новому ВГОС обновленному у нас будут. Пока мы с вами ориентируемся на те учебники, которые соответствуют старому стандарту. Соответственно, это учебники УМК Владислава Ивановича Сивоглазова, базовый уровень, Ирины Николаевны Пономаревой, базовый уровень, 10-11 класс, Владимира Васильевича Пасечника, продолжение основной школы «Линия жизни», базовый уровень, 10-11 класс, и углубленный уровень, тоже продолжение этой линии жизни, этой же линии жизни Владимира Васильевича Пасечника, значит, 10-11 класс. Здесь хотелось бы очень коротко о каждом из учебников этом сказать. Значит, но предварить как бы их характеристику следующими словами. Нам придется, если мы говорим о том, как должен быть учитель готов сегодня, да, к работе в старшей школе, придется учебники, которые мы выбираем с вами на старшую ступень, просмотреть очень внимательно на базового уровня учебники, соответственно, углубленного уровня учебник, сопоставить с содержанием ПРП, вот пока рабочей программы, которая у нас, примерно рабочая программа, которая у нас опубликована на ЭЦО сейчас, на сайте, где конструктор рабочих программ, да, в разделе «Нормативные документы». И просто посмотреть степень соответствия, да, этих учебников новой примерной рабочей программе. Конечно, некоторые мы несоответствия найдем, и надо будет их коррелировать. Я думаю, что где-то к августу месяцу мы этому вопросу уделим внимание. Вот, и даже на следующем вебинаре отчасти тоже. Пока только хочу сказать, что учебники УМК Владислава Ивановича, да, конструктор обновят, мне пишет Наталья Гацоева, в федеральном перечне, да, они не соответствуют не конструктору, правильно сказать, да, а примерной рабочей программе по предмету, которая
опубликовано на том же сайте, что и конструктор рабочих программ находится. Вот как. Поэтому вот совсем так не искажайте, пожалуйста, будьте аккуратны. Не конструктор обновят, а учебники будут обновлены. Они уже обновлены, и они пройдут сейчас экспертизу, будут, соответственно, утверждены, и будет дополнение к федеральному перечню учебников. И мы с вами, ну, нас это вот на следующий учебный год, то есть вот этот год, который будет, точнее, 22-23 год, мы работаем с вами по учебникам, которые я сейчас демонстрирую. Потому что прохождение экспертизы, утверждение, дальше дополнение перечня и так далее, или обновление приказа по перечню, это все процедура достаточно небыстрая. Поэтому вот предстоящий учебный год мы работаем вот с этими учебниками. У УМК Владислава Ивановича Сиваклазова. Кстати, по новому государственному стандарту у нас понятие УМК больше не фигурирует. Просто учебники. Ну, давайте я буду говорить учебники Сиваклазова для 10-11 класса. Да, это современный практикоориентированный курс общей биологии. На что обращаем ваше внимание? На то, что он для базового уровня изучения, это раз. Потом он все важнейшие закономерности живой природы как бы раскрывает, соответственно, и уровни организации. И, в общем-то, он максимально соответствует базовому уровню обучения биологии согласно новой ПРП. И очень хороший, продолжающий идею, да, методический аппарат учебника, соответственно, из множества рубрик, которые в основном отражают реализацию деятельностного подхода в организации обучения как учителям, так и самостоятельной работы учеников. Поэтому поработайте, пожалуйста, с этим учебником. Учебники и в печатном виде есть, и в электронной форме. Рабочие программы к учебникам опубликованы у нас на сайте издательства. И методические пособия к этим учебникам есть, очень короткие, правда, и рабочие тетради. Дальше. Вот здесь на этом слайде я просто пример привела к методическому аппарату учебника Владислава Ивановича Сиваклазова, чтобы показать, насколько широкий диапазон заданий, как репродуктивного уровня, так и продуктивного уровня приводятся. И дополнительные тексты есть, соответственно, да, рубрика «Проводим исследования для проведения лабораторных практикумов». Учебник предназначен для реализации проблемного обучения в старшей школе, потому что заставки к параграфам, соответственно, и задания в методическом разделе, вот, они как раз построены в проблемном, задаются в проблемном ключе. Учебники Ирины Николаевны Пономаревой базового уровня – это экологизированный курс общей биологии. Здесь содержание изложено от биосферного уровня организации жизни к молекулярному уровню. Это особенность данного учебника. Ну, вам решать, насколько эта особенность вам близка, но он тоже как бы максимально, этот учебник, отражает содержание и готов реализовать содержание базового уровня обучения биологии. Учебник Владимира Васильевича Пасечника «Продолжение линии жизни в основной школе». Это тоже курс общей биологии, как сказать, ну, он тоже, можно сказать, практикоориентированный. И здесь целая система помощи в самостоятельной работе ученикам предлагается. Это модели учебных действий, ссылки на дополнительные ресурсы. Система заданий, которые направлены на развитие познавательной, практической и творческой деятельности учащихся и готовности использовать знания и решения для решения каких-то жизненно важных задач, поэтому практикоориентированный курс. Ну, их очень сильный деятельностный блок «Моя лаборатория», соответственно, у этого учебника. Ну, и здесь традиционный подход в изложении содержания от
соответственно, молекулярного к биосферному уровню, и у Владислава Ивановича Сивоглазова, кстати, тоже. То есть только у Ирины Николаевны Пономаревой, в общем-то, эта матрешка как бы она с более высокого уровня представлена. Ну и, наконец, учебник для углубленного уровня биологии. Это учебник прежде всего для естественно-научного профиля предназначен. Он вообще-то готовился для медицинских классов, но, как мы понимаем, здесь есть рубрика «Шаги в медицину», но в целом все содержание учебника, оно представляет собой углубленную биологию. И он тоже максимально сейчас соответствует содержанию углубленного уровня изучения биологии, которое изложено в примерно рабочей программе углубленной биологии. Но некоторые расхождения все-таки будут. И поэтому, если вы нацелитесь работать с этим учебником, то придется коррекцию некоторую вводить. А о том, какая корректура, возможно, понадобится, мы обсудим это на следующем вебинаре. Вот сейчас, кстати, я просто читаю учебник, да, вопрос о том, что учебники, так, в курсе по обновленному ГОС для углубленного уровня указан ОМК Теремова. Да, указан, но мы-то сегодня с вами разговор ведем об учебниках издательства «Просвещение», а учебник Теремова. Вы имеете в виду Петросова Теремов, да? Вот этот учебник по общей биологии, который «Биологические системы» там называется. Да, есть такой, он заявлен, безусловно, но он издательством Немозина, этот учебник. Но мы сегодня говорим об учебниках издательства «Просвещение». Так что вот если говорить о нашей с вами готовности сейчас к переходу, то мы должны посмотреть все эти учебники, о которых я говорю, ну и не только издательство «Просвещение», а те, о которых вы пишете здесь, тоже и на предмет того, какие из них наиболее отвечают сегодня. Нет, учебник Беляева, нет, я бы не стала вам его представлять, он все-таки немножко у нас устаревший, вот, и он не вошел в перечень учебников, поэтому для старшей школы. Поэтому я те учебники, которые я вам сегодня показала, да, на них можно ориентироваться, нужно ориентироваться. И учебники, ну вот, кстати, других издательств, если они в перечне есть, мы на них тоже смотрим, конечно же. И смотрим на предмет, насколько базовый учебник или учебник углубленного изучения отвечает тому содержанию, которое представлено в ПРП, ну или в федеральной рабочей программе, кому удалось ее уже посмотреть, но мы ее еще увидим в скором будущем, я думаю, что в августе. По ОВЗ, вы знаете, я не специалист по ОВЗ, я бы затруднялась сейчас, вот, я такой вебинар проводить не буду, это точно. Я думаю, что это коррекционщиков работа в большей степени. Вот они специфику программ знают. И здесь я с этим вопросом не сталкиваюсь и не готова буду компетентно ответить вам на этот вопрос. И касаемо учебников, наверное, тоже, потому что здесь, но я уточнить, вот к следующему вебинару, который будет у нас 31 числа, да, я могу уточнить у редакции и ответить на вопрос, будут ли учебники для 10-11 класса ОВЗ 8 вида. Вот я сейчас даже сфотографирую при вас этот вопрос. Так, и обещаю, что у редакции издательства «Просвещение» я такое уточнение сделаю и отвечу, так, и отвечу кому? Анне Янученко на этот вопрос. Приглашаю вас, Анна, на следующий вебинар. Да, а вот, к сожалению, вебинара я отдельного не планирую. Я вот проведу еще, думаю, что вебинар, который с подготовкой к ЕГЭ связан,
Он вообще-то на Белгородский регион рассчитан, но я не знаю, можно ли будет туда присоединиться, это тоже надо будет выяснить. Так, ну вот так, коллеги, что касается того, в чем особенность перехода, да, значит, особенность в том, что у нас обновился стандарт, и мы должны будем, соответственно, в 10 классе идти по новому стандарту, в 11 подготовиться к началу 11 класса, к переводу на ВГОС и всю документацию подготовить, соответственно, внести соответствующие коррекции в рабочие программы. Вот. И мы должны будем, соответственно, ну, понятно, что 11 класс будет заниматься уже по тем учебникам, по которым они занимались в 10 классе. Перехода я бы вообще категорически не рекомендовала. Вот. И, соответственно, мы изучаем требования к результатам, прежде всего к предметным результатам обучения. Мы изучаем с вами требования на базовом и углубленном уровне, сопоставляя их, сопоставляем содержание базового углубленного уровня, готовим себя к реализации углубленного уровня, соответственно, обучения, учим биологию, повторяем биологию. Вот, и выбираем учебники для 10 класса. Для 10. Сейчас вот нам нужно на этом этапе взять для 10 класса и помнить, что 10 класс, даже если у нас ФПУ как-то обновится, да, и будут новые учебники, соответствующие в ГОС, мы 10 класс все равно доведем, то есть 10, который будет в этом году, на следующий год в 11 доведем по тем учебникам, которые сейчас выберем. Поэтому выбираем очень добросовестно, аккуратненько, да, здесь. Опять ориентируясь вот максимально, на максимальное соответствие этого учебника, ну, как бы определенному уровню обучения, или базовому, или углубленному. Не выходят на экран новые реплики чата. А, все, вот сейчас пошли. Ну и последнее, коллеги, что хотел сказать. А, это вот фрагмент учебника я взяла здесь Владимира Васильевича Пасечника, углубленный уровень. Как раз с акцентом, да, на медицинские знания. Здесь рубрика «Шаги в медицину». Ну и большая часть здесь посвящена организации лабораторного практикума, подготовке к экзаменам. То есть этот учебник ориентирован еще на сдачу единого государственного экзамена в большом объеме. Ну, кстати, Теремовский тоже, но в перечне только два учебника: Пасечника базовый углубленный и Теремов углубленный. А Сивоглазы разве там есть? Так, ну, вы меня как бы не путайте, да. Вот. Давайте перепроверю. 31 числа еще раз вам об этом скажу. Договорились? Это я Любови Сергеевой отвечаю сейчас на вопрос. Угу. Вот. Теперь, что касается... Да, что касается еще помимо учебников, да, безусловно, как я уже сказала, у нас будет вариативная часть учебного плана, которая будет реализовываться за счет дополнительных курсов, и здесь нам на помощь могут прийти такие учебные пособия издательства просвещения, как задачники, соответственно, несмотря на то, что предмет экологии в 10-11 классе сейчас исключен, но мы можем, соответственно, такой курс организовать его изучение в вариативной части, в рамках части, да, вариативной, и, соответственно, практикумы по биологии мы можем организовать, мы можем отдельные курсы содержательного плана, опираясь на пособие серии профильной школы, организовать тоже. Некоторые примеры я здесь привела. Вот. Но, конечно, они максимально предназначены. Такие спецкурсы максимально предназначены к подготовке к государственной итоговой аттестации, да, ну и, конечно, они значительно углубляют знания по предмету и направлены на, как сказать, на знакомство с профессиональными перспективами, да, предназначенных к подготовке и выбору будущей профессиональной деятельности, будущих профессий. Так, есть сборники задач для пятых, шестых, где планируется ли для седьмых классов. Хороший вопрос. Вот я тоже, наверное, его сейчас отфотографирую и тоже редакцию задам, потому что
Сейчас, конечно, я могу сказать, что очень большой объем работы редакция провела, связанный с обновлением учебников, соответственно, для основной школы и для старшей школы. Это было в приоритете, но я думаю, что, конечно, мы всегда уделяем внимание шлейфу и всем учебным пособиям, которые дополняют основные учебные книги наши, учебники. Поэтому, полагаю, да. Но точно сейчас не могу сказать, но в плане сроков, да, вот так вот, когда это планируется в перспективе, я уточню. Так, ну, в общем, это все на сегодняшний день, что я хотела вам сообщить, да, в таком ключе, в котором мы построили сегодняшний вебинар. То есть особенности перехода на среднее общее образование и как к этому нужно быть готовым учителю. Так что вам тоже большое спасибо, уважаемые коллеги, за внимательную работу, за вопросы, которые вы задали. И я вас жду 31 числа на нашем следующем вебинаре на продолжение начатого сегодня разговора. Вам здоровья, успехов и успехов на экзамене вашим ученикам. Всего доброго.